Добрый день, это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня выбрался в лес посмотреть, что с грибами. Вот такой стоит маленький гриб. Вот тут же собирал, рядом, где-то метра 4. И тут семейство красных стоит, уже такое. Вот такие здоровые шляпы. Сейчас буду смотреть их. Вот, сколько их тут. Ну, это разновидность красного, но он... Шляпа не совсем красная, а такая. Больше к желтому. Вот один белый стоит. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Может быть, еще, если посмотреть, еще, может быть, где-нибудь здесь есть. Но... Опять отошел 3 метра. Красные стоят, уже один сорвал. Вот один, второй, где-то тут еще я видел. Вот там третий. Их смотреть надо, но в большинстве своем они чистые почему-то. Кстати, те белые половины были червивых. Половина грибов было червивых. А, вон еще там красные. Красных просто море. Вот они, вот они. Вон красавцы такие. Вот стоит. Я красные очень люблю. А, там дальше. Господи, сколько их. Ну, это уже со шляпой такой красноватый. Вот еще один. Вон там еще. Вот один. Здесь спрятался. Здесь раз, два. Семейство красных. Посмотрите, какой красавец. Ну просто красавец. Ядреный. Много маленьких он стоит, а маленькие вообще хорошие все. Вот. Это я сейчас так делаю, чтобы быстрее вам показать. Так, обрезаю. Вот ноги чистые, вообще белые, белые ноги, да? И вот шляпы. Вот все в том же месте. Вот буквально метр или два собирал. Красные стоят, белые. Прекрасные белые. Одной рукой как-то не очень удобно. Вот. Вот еще один. И, а, все, да, два пока. Пока два. Беленький стоит один. Это подберезовик такой. Черноголовик, что ли. Или подосиновик. Что-то такое. Вот еще два белых стоят. Я не пойму. Или они отходят, или...
еще не начали идти здесь. Сам канал переходить сейчас. О! Какой великолепный экземпляр. Просто. Красавец. Гриб. Сюда, судя по цвету, только вылез недавно. Должен быть чистый. Да, вот он чистенький. Уже издалека вижу. Стоят большие красные шляпы. Там что-то впереди есть. Это молоденький. Это, в принципе, тоже должен быть чистый. Вот там еще переросток белого. И там красные и белые я вижу. Сейчас еще посмотрим. Красненький. Еще два красненьких, свежих, довольно-таки. Еще два красных. Еще красный подосиновик. А, вон еще стоит. И еще стоит. Так вот, еще стоит один. Еще один. Ну, это уже, наверное, все. Этому конец. Белый я вижу. Состояние неизвестное. Белый. Да, он трухлявый. Вроде бы еще что-то. А, еще там красный стоит. Два трухлявых белых. Еще красный. Так, и еще белый. А, два белых. Три белых. Раз белый, два белый, три белый. Состояние неизвестное. Ну и там вдалеке черноголовики стоят, но они их собирать не будут. Хотя они чистые, хорошие, очень хороший гриб. Сейчас подсоберу все. Красный почти весь чистый. А белый не знаю, сейчас посмотрю. В общем, красные все почти забрал. А белые, хоть и свежие, но все червивые. Все вообще напрочь, даже маленькие. Вот они. Пришлось выкинуть. Не знаю, как насчет свежести, но стоят красиво, согласитесь. Большие шляпы. И вон третий. Больше пока не вижу. Наверное, и нет. Стоят давно. Ну вот этот вот вообще красивый. Сейчас посмотрим на него. Нога это вообще отличная. Вот такой вот чистенький большой гриб. Вот если гриб большой и такой уже, если под староватый, кажется, ну хотя это молодой, я снимаю с него просто споры, вот они, хотя можно было и оставить.
И кладу только мясо вот такое. Друзья, все в лес. Грибы идут полным ходом. У меня по итогу 20-литровое ведро с верхом красных и полная корзина тоже красных.